13 сентября 1944 года. 1180-й день войны. Сегодня в ходе боев на западе Белоруссии войска Красной Армии овладели важным опорным пунктом обороны немцев на реке Нарев, городом и крепостью Ломжа. В Северной Трансильвании наши части совместно с румынскими войсками освободили город и железнодорожную станцию Адорхей, а также заняли более 50 населенных пунктов. На юго-востоке Польши советские войска овладели железнодорожной станцией Кросно и подошли к государственной границе с Чехословакией. Ленинградский, 3-й, 2-й и 1-й Прибалтийские фронты в этот день заканчивали подготовку перехода своих войск в решительное наступление в битве за Прибалтику. 1-й Белорусский фронт. С этого дня авиация фронта начала сбрасывать повстанцам в Варшаве вооружение, боеприпасы, продовольствие и медикаменты. Но решительно повлиять на ход восстания это уже не могло. В Неклиновском районе Ростовской области для разминирования дорог и полей создан специальный взвод. В него входит 42 добровольца из местных жителей. Только на территории одного колхоза они уничтожили 4600 мин. Трудящиеся Ненецкого национального округа собрали 1 200 000 рублей на постройку эскадрильи боевых самолетов. Два бомбардировщика уже переданы воздушным силам Северного флота.